Молюсь о том, чтобы Колдон была здесь, живой и здоровой. Ну что ж, друзья, с вами Валерий Хаус, и мы вновь вернулись в Версальский институт, только уже под видом, ну как под видом, своей личности, личности Эдварда Пирса, детектива. Вот, и наша задача найти доктора Колдона, которую схватил Фуллер. Так, взломали что ли замок, получается? Дневник с жены священника, часть первая. Дневник жены преподобного Виквуда. Ее муж Джон построил первый дом Хокинсов в конце 17 века. Они были одними из первых колонистов на острове. Предыдущие обитатели таинственным образом исчезли 300 лет назад. Старый дневник. И, кстати, мы находимся в кабинете Фуллера, да? Как-то так вот резко попали мы сюда. Торговец книгами, кстати, книжной лавкой, которую управляет чувак, он согласился нам помочь, так как он в оккультных науках многое соображает. Так, что за книга здесь? Вы будете читать книгу? Да. Мы будем все читать. «Молот тварей», том 3. В этом сборнике перечисляются и классифицируются создания, которых мне никогда не доводилось слышать. Божества со звезд, существа, способные перемещаться между измерениями. В самом сборнике утверждается, что это справочник по бестиарию мифа, без подробностей о том, к какой же мифологии он относится. На некоторых страницах можно найти фантасмагорические иллюстрации. Звезда, вот она, с ветвью посередине. Нож. Кинжал, который нам помог. Так, прогресс оккультизма у нас. Имеется ли у нас доступны 4 опы? Окей, 4 опы. Расследование мы... Давайте красноречие, 2. И поиск, 2. Рассудок у Пирса у нашего еще тут повредился, похоже. Чтение Некрономикона. Пирс прочитал Некрономикон, влекомый шепотом проклятой книги. Он взломал сейф книготорговца, коснулся кожаного переплета и расшифровал последние слова, сказанные безумным Абдулом Аль-Хазредом. Словно в ответ на вопросы, которыми задавался Пирс, книга поглотила его разум и перенесла его в тело доктора Колдон, став безмолвным свидетелем собственного расследования. Он спустился вместе с ней в подвал Риверсайдского института и подслушал ее разговор с Фуллером. Вернувшись в собственное тело, Пирс начал понимать, что расследование заводит его в совершенно незнакомые дебри. Слова Некрономикона все еще эхом бьются в его голове. Сможет ли он когда-нибудь забыть эту кошмарную книгу? Потрясение. Испытания, которые вам пришлось пройти, оставили свой след, но вы все равно справились. Вы пытаетесь занять свой разум, чтобы прогнать сомнения и болезненные воспоминания. Ваш путь еще не закончен. Кто знает, куда может запрести разум по тропе безумия. Так, Дарквотер. Элджернан Дрейк. Возраст 43 года. Род занятий – книготорговец. Элджернан Дрейк – владелец безымянной книжной лавки и друг Сары Хокинс. Кажется, их объединяла жажда оккультных знаний. Он собрал странную коллекцию пергаментных свитков и книг заклинаний и многое знает о тайных событиях на острове. Если я решу пойти по оккультному следу, он станет мне прекрасным проводником. Да, мы согласились, кстати, чтобы он пошел с нами. Так, места. Риверсайдский институт. Смотря на мир глазами доктора Колдона, я наконец-то посетил Риверсайдский институт. Вокруг аптеки расположены комнаты и палаты. На всем виден налет респектабельности. Интересно, медсестры тоже знают, что происходит в подвалах? Очевидно, персонал Фуллера боится.
Наверное, именно этот страх и не дает им сомневаться в необходимости медицинского центра на таком маленьком острове. Фуллер запугал бедных медсестер. Офигеть, какие тут твари. Вознесение, когда поглотят они звездную плоть и переживут трансформацию, став ближе к своему повелителю, чем когда бы то ни было. Войдут они в сон смерти его и пробудятся лишь для того, чтобы ответить на зов его, и звать их будут пробудившимися. Выдержка из Нирканомикона Абдула Аль-Хазреда. Ктулху, вот он, наш Ктулху, один из самых могущественных божеств. Пхклуингл в Навх Ктулхурльех в Гах Наглфтанган. Выдержка из Некрономика Абдула Аль-Хазреда. Что это переводится, неизвестно. Знак старших. Люди нашли символ столь сильный, что он мог защитить их от тварей мифа. Они вырезали его на своих драгоценностях, рисовали на дверях домов, вышивали на одеждах детей. Позже они поняли, что его сила распространяется даже на врата затопленного города. Некрономикон. Слова, которые написаны дальше, принадлежат не мне. В снах и видениях мне передали их величайшие умы космоса. Моменты прояснения становятся все короче, и я пользуюсь ими, чтобы записать эти обрывки беспредельного знания, которые они посылают мне ночь за ночью, сокрушая слабый ум мой. Я могу оставить миру только эти крохи в надежде на то, что они направят людей. Но я уже боюсь тех несчастливых слов, которые впитываются в душу несчастного, осмелившегося открыть проклятый гримуар. Как узник, признание которого написано на его собственной коже, должен и я защищать свое наследие через века. Верховный жрец. Ну вот, кстати, это штуковина, это маска получается, да, какая-то, которую мы видели первый раз, когда вошли в пещеры, на столе лежала такая штуковина. Зов проводника невозможен. Проводник не должен ни видеть, ни слышать. Он полностью предан делу великого древнего, которому служит. Он найдет оракула, он будет преследовать искателя истины. Он не будет ни открывать истину, ни объяснять, он будет наблюдать. И когда сойдутся звезды и наступит день пробуждения, он займет свое место, раздастся зов. Все ждут этот проклятый зов. Так. Ну, в принципе, все, да, получается у нас. Знания у нас тут, книги это мы прочитали все. Ну что, давайте начнем поиски Колден. Шкафчик. О, еще что-то здесь. Снотворное порно. Опять снотворное. И Фуллер тоже. Небольшой флакон снотворных таблеток. Вероятно, их прописывают пациентам, которые не могут заснуть. Ха. Фуллер тоже не может заснуть. Странно. Я думал, он замешан в этом во всем. Я думал, он часть... Сцилла здесь прям как в видении. Колден пошла сюда. Так, окей. Заперто. Right. Ладно, хватит терять время. Я нужен Колден. Я должен ее найти. Опа. Это верно, ты же знаешь, как он ненавидит, когда его проверяют. Кроме того, я не знаю, кого он скрывает, но он, кажется, был полон энтузиазма. Не говори. Так. Они ничего не сделают мне, что шастают здесь. Закрыто.
Так, нужно прямиком, короче, в подвал, я так понимаю. Двери будут закрыты. Да. Так и есть, я думаю. Все двери будут закрыты. Нам нужно прямиком в подвал. Смотрите. Это дым или газ этот. Воу-воу-воу! Воу! Что? О боже! Что со мной происходит? Что за херня? Так. Смотрите, двери заложены кирпичами. Получается, нам надо... Ну, вот как дорожка идет, что ли? Нам надо, наверное... по ней идти. Что это? Меня как будто перенесло куда-то еще. Так, я не понял. Фонарь. Смотрите. Что произошло? Что-то изменилось, но что? В смысле, а что изменилось реально? Как-то пространство поменялось. Интересно. В чем прикол? О, знаки. Знаки на двери. Ома делинкуэнте. В своей псевдонаучной книге Чезаре Ламброзо демонстрирует связь между морфологическими признаками индивида и его преступными наклонностями. Серьезность исследований и впечатляющие примеры могут обмануть несведущего читателя. Это как новая очередная головоломка, да, получается, наверное. Надо просто немножко понять, разобраться, что делать, пока я не могу въехать еще. Медицина и тайные науки. В этой очень интересной книге, предназначенной для широкого круга читателей, описано, как непризнанные науки влияли на современную медицину. Магнетизм, народная медицина, китайская акупунктура, гипноз, лечение травами, алхимия и многие другие методы внесли свой вклад в медицину в начале нашего века. Так. Но в толчке, я думаю, ничего интересного нет. Хотя фиг знает, может там потайной ход какой-нибудь в очке находится. Так. Пока я не въехал. Пока я не могу понять. Пока ничего не ясно. Так, блин, я не понимаю, а мне некуда идти. Давайте попробуем с этой лампой. Видите, я, получается, дверь открыл, и она теперь здесь открыта, да, проход. Вон в чем дело-то. Увеличите яркость. Чтобы увеличить яркость, ложбите. Понятно. Проснись и освободи меня. Со мной говорит... Левиафан. Я думал, со мной говорит Ктулху.
Так. Что дальше? Короче, я понял, нам надо... Так. Где там? А где другая лампа? Не понял. Ух ты. Интересно. В смысле? Блин. Как же темно. Напряженная, Что там? Кто крестит? О, лампа. Так. Сюда, да, получается? Тут, наверное, дверь будет закрыта. Сейчас давайте попробуем. Не понял. Так. Что-то я заблудился, короче. Я думал, мне вот в эту сторону надо. Так. Ладно, ладно, окей. А дверь открыли, короче. Я понял, ну, так, в принципе, примерно я понял, что делать. Двери со знаками вот такие открывать. Так, меняем лампу. Давайте попробуем. А, ну все правильно. Да, это другая дверь. Все правильно. Меняем лампу. Только почему-то нам сюда показывает путь. А дверь мы открыли здесь. Так, ну, может, все-таки здесь что-то... О! Нет, ничего не делает? О! Что-то я... немножко не понял. Обойдем что ли сейчас как-то? Что ты занервничал-то, Пирс? Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо. Судьба, ты у нее в капкане. Фрэнсис Сандерс. О. Со мной еще мертвый Фрэнсис Сандерс разговаривает. Так. Вот эти мы тоже можем... Да. Вот эти штуки для чего мы делаем? Проход типа открываем себе. Так, здесь нет. Что ты занервничал-то, Пирс? Пирс начинает нервничать, и я начинаю нервничать. Похлебки. Тихо, 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 Пирс, Пирс, успокойся, успокойся, все. Так, а где-то я рядом слышу этого. Тихо, тихо, тихо. Он был близко. Я слышал его рычание близко, очень близко. Чё-то я засал. Так.
Давайте туда пройдемся с этим фонарем. Так более посветлее будет. А этим мы не можем, да, посветить так? Блок Б закрыт. Или все-таки получается, нам надо... Да, там блестел тогда проход. Мы его не открыли. Давайте попробуем. Блин, там... Там реально так... Громко рычит эта тварь. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо. Валим. Валим. Так. Вот. Мы открыли, да, получается, проход. Что-то надо будет сейчас... Здесь, наверное, тоже дверь, наверное, какую-нибудь открыть или что-то... В этом духе. Лесенка. Так. Так, я не понял. Ничего мы открыть здесь не можем. Значит, с этим фонарем, с другим фонарем надо сюда идти, что ли? Блин. Там эта тварюга. Боже. О, боже. Окей. Не дай бог, она меня напугает. Так. Так. Блин, здесь темно. А вот и этот... Светящийся указатель. О, отлично. Ты противостоишь силам, которые могущественнее тебя. Дрейк с нами еще разговаривает. О, мы переместились, кстати. Окей. Фу. Снова нам сюда показывает. А. Ну сколько можно, давайте прекращайте, но... Черт. Ага, опять нервничает Пирс. Прекращай. Тихо. Так. Стопэ. Дайте я возьму ту лампу. Воу-воу-воу-воу. Бегом. И разведу обстановочку. Так. Там выход. А, вот дверь. Отлично. Только как нам надо будет как-то пройти, да? Непонятно как. Ну, обратно в офис Фуллера пришли.
Типа, короче, нам до офиса надо добраться, да? Я так понимаю. Фу, ну давайте попробуем. Дверь открыли. Только надо будет какими-то обходными путями, я так понимаю, идти. Двери. Потому что все кирпичами завалены. Фу. Идем, короче, по этой штуке. Не сворачиваем. Я не думаю, что она нас приведет прям к монстру. Так. Блин. Тупик. Окей. Короче, надо идти в темноту. Стеночки, по стеночке. Тихо, 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 тихо. О, боже. Так, 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 где-то. Тихо, 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 тихо. О! Черт. Черт. Где эта долбанная дверь в офис? Тихо, 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 тихо. О, черт. Фу. Блин, блинский. А, не прячется? И у меня фонарь сдох. Жесть. Так, окей. Окей. Где эта долбанная дверь там? Она, короче, где-то... Так, это получается выход. Не то. Тоже не то. Какие-то символы. А, во! Да, администрация. Окей. Справочник по медицинским наукам. В этой книге, как в словаре, в алфавитном порядке перечислены все методы лечения. Кстати, мы такую читали, да, походу? Что-то знакомое. Так, ладно. Нам нужен кабинет Фуллера. О, блин. Тупик. Так. О, добрались. И у нас восполнился, кстати, этот фонарь. It looks like things are back. Похоже, все снова стало как прежде. О, неужели, блин? И все, дверь закрыта, да? Фу! Момент в игрушке дал просраться, меня даже немножко напугало. Реально. Так, Колден. Я иду, держись. Держись.
снова спускаемся в то место, откуда мы сбежали. Кстати, следы крови так и не убрал никто. Так. И что еще? Снова блуждение по темкам. Блин. Ненавижу, когда поют девушки, либо плачут дети. Это недобрый знак. Так. What's going on? Что происходит? Ни конца, ни края. Реально. Что за херня? Так и будем? Ну и чё? В обратную сторону. В смысле? И долго бежать. Это бесконечный коридор, блин. В смысле, может здесь, в этих? Что-то? Нет? Сколько бежать-то можно? Я не понял. Сюда... Оу. Damnation. Проклятие. That's... Это... That's me. Я. О! Oh, да ну нафиг. Не. Да, у нашего героя, походу, реальная клаустрофобия. Воу. Что за приходы-то вообще? Там Колден? Или кто это? Кэт? Колден? Колден, да, походу? Пирс, I found her. Пирс, я нашла ее. Я наконец-то знаю, что происходит. Вы должны выжить и узнать правду. Для меня уже слишком поздно. В смысле поздно? Колден? Что происходит? Это была галлюцинация? Да тут вообще непонятно, что происходит. Долбанный реаниматор. Присаживайтесь, мистер Пирс. Я скоро к вам присоединюсь. Остановитесь, что бы вы ни делали, и повернитесь немедленно. Чё там? Короче, мы опоздали. Но... Блин, они реально как куклы. Нет. Не может быть. Нет. Ах ты, сукин сын. Что ты с ней сделал? Хотелось бы мне провести над вами побольше экспериментов, мистер Пирс. Повторяю, что ты с ней сделал? Вам не стоит сожалеть о своей подруге. Завидуйте ей. Убийца. Этому безумию нужно положить конец. Да ладно. Пирс, Пирсушка, дорогой, у тебя был пистолет. Воу. Что за фигня? Вот вы, детектив Колден? Колден? У этого детектива всю игру был пистолет. Боу.
Колден мертва. А кто меня толкнул тогда? Что за фигня-то? Че там, кишки, что ли? Че это вырезано? Нет, ну конечно. Блин, Пирс, ты вообще нормальный? Всю игру был пистолет. И он им не пользовался вообще. Так. Че, в темноту? Ладно, я понял. Окей. Эта игра уже сводит с ума. Прикол. Очередные пещеры, что ли, сейчас будут? А, не понял. Как такое возможно? Воу. Руки, ноги. Что во имя Господа тут? Сара? Что он с вами сделал? Да ладно, она живая. Или это очередная галлюцинация? Вы можете говорить? Игрушка сына. Да, вообще не ожидал ее здесь увидеть. Он дал ему золото, а я лазурь. Я его теперь не часто вижу. Зеленый сильнее. Вы плохо себя чувствуете? Я здесь, но нет, нет. Давайте выбираться отсюда. Я вижу это во снах. Наш разум тает, словно краски на палитре. Пойдемте со мной. Это густой зеленый, интенсивный, живой, энергичный. Цвет морской волны, может быть? Нет, нет. Миссис Хокинс, мы должны уходить, пока нас кто-нибудь не нашел. Он все равно найдет. Он знает все, что касается меня. Да кто? Ктулху? Ну ты что? Типа, what the fuck? Что ты несешь, женщина? Если это была любовь. Я говорил с ним. Вы не совсем узница. Требование к рассудка. К уровню рассудка выполнен. Ответ раскрыт. Давайте, кто поместил вас сюда? Ну, конечно же, Чарльз. Он пытается защитить меня. Так он запер вас в этой крысиной норе из любви? Любовь? Он единственный, кто все еще считает, будто мы можем ее испытывать. Хорошо. Пойдемте со мной. Он узнает. Он найдет нас. Тем больше причин поторопиться. Мы уже встречались? Вы можете идти? Может быть. Тогда пойдемте, пока нас не нашел ваш муж. В вашей студии. Что? Вы рисовали меня. Вот где вы меня видели. Конечно же.
Белые люди идут. You mean the guards? Вы про охранников? Сюда, за мной, белые люди. Ну, я за тобой. Я понял. Что за? О, нет. Воу-воу, что, надо бежать? Далеко не уйдешь. Почему, когда Пирс бежит, он всегда руками машет в разные стороны? Ничего себе, она и на засов еще закрыла дверь. Подождите, машина. Зеленый, отрава. Газ. Он вреден живым существам. У нас нет на это времени. Я не сдвинусь с места, пока ложное не станет истинным. Проклятие. Я же говорил что-то с газом. С этим дымом. Нифига себе она. Она просто взяла и такую дубину повесила за доли секунды. Даже не напряглась. Вот эта женщина. Так. Чё, надо газ перекрыть? Рубильник. Нет. Я лучше найду подходящий инструмент. Ну, как всегда, блин. Подходящий инструмент. Perfect. Отлично. Кочерга, блин. All right. Хорошо. На этом хватит. Идем. Ты куда прешь, женщина? Я больше не твоя кукла, ублюдок. Оу-оу, Чарльз пришел. Ты моя жена. Моя жена. И должна мне подчиняться. Оставь ее. Мы покидаем этот безумный остров. Никуда вы не пойдете. Не надо вставать между мной и моей женой. Фу. Он в рот ему щупальцами. Эдвард. Никто не смеет мне указывать, что делать. Давай, 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 долби его. Как ты смеешь? О, махать сейчас будет. Нет. Зачем мне позволять забирать ее, если я могу свернуть тебе шею? Ты не можешь защитить, у тебя с ней нет будущего. Ты бросил ее в эту крысиную нору. Разве это защита? Я хорошо ее спрятал. Ты позволил Фуллеру играть с ней. Хватит. Я делал все, что в моих силах, чтобы защитить ее. Но ей угрожает ее же личность, ее же сила. Что? Сара видела и делала такое, что ты даже вообразить не в силах. Стал бы ты ее спасать, если бы я сказал тебе, что она куда опаснее меня. Это не имеет смысла. Она была заперта здесь несколько месяцев. Ей нужна помощь. Нет. Сара слишком долго подверглась воздействию мифа. Даже если бы она покинула Дарквотер, она все равно бы слышала его зов. И культ всегда будет здесь в ожидании ее возвращения. Тогда мы избавимся от его участников. Ты не в той весовой категории, детектив.
Они контролируют весь остров. В какой-то момент она поддастся его силе, и мир падет вместе с ней. Нет. Говорят, что никому не уйти от колеса судьбы. Но я это изменю. Я спасу Сару. О! Ничего так. Ему, похоже, нехорошо. А топор-то откуда? Пирс, а что там? Вообще боезапас целый, не знаю, там за пазухой. И топор, и пистолет. После смерти Колден Пирс, мучимый галлюцинациями, пробирается в Версальский институт, где находит живую Сару Хокинс, узницу доктора Фуллера. Последняя встреча Чарльза Хокинса с женой показала, что этот человек в чудовищном обличье пытался защитить ее от влияния мифа. Он предупредил Пирса, если Сара поддастся оккультным силам, она лишится воли и позволит культу привести в исполнение свой план и призвать древнее зловещее божество. Поэтому Пирс должен больше узнать о намерениях Сары Хокинс и найти способ защитить ее. О, ну что ж, друзья. На этом будем заканчивать. Серия была напряженная. С таким поворотиком прям непредсказуемым. Не ожидал я найти Сару. Вот, честно говоря, не ожидал. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. А я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.